Всем привет! Небольшой сегодня видос будет на тему корпусов телефонов. Сейчас очень популярны корпуса телефонов, сделанные из металла, но с маленькими вставками из пластика. Сейчас это делает и Xiaomi, и Meizu, и Huawei, Honor в частности. И когда вы только покупаете такой телефон, проблем нет. Например, вот у меня здесь лежит свежий телефон, ему, наверное, месяца два. Здесь есть пластиковые вставки, вот она сверху пластиковая вставка и снизу. Остальное все выполнено из металла. И они вообще никак не скрипят, то есть они сидят вплотную, все идеально, ничего не скрипит, собрано очень качественно. Но со временем начинаются проблемы. И вот тут как раз у меня лежит второй телефон, которому уже где-то года полтора. Он также сделан из пластиковых вставок, и здесь у него вся вот эта центральная часть, она сделана из металла, только две пластиковые вставки. И послушайте, насколько вот он сейчас расшатался, разболтался за время использования. То есть вот эти вот пластиковые вставки, они реально ходят ходуном. Телефон весь скрипит, причем это Honor, это достаточно качественная фирма, это одни из ведущих вообще производителей в Китае. Когда я только покупал этот телефон, естественно, такого не было. Я его когда сегодня в руки взял, я немного так офигел. Именно весь скрип идет вот от этих вот вставок. Слышите, да? И теперь здесь то же самое. Вот такие вот, ребят, проблемы бывают с вот этими пластиковыми вставками. Через какое-то определенное время, тем более, если юзать телефон неаккуратно, хотя этот телефон был в чехле. Да, он пару раз падал, возможно, из-за этого там все расшаталось. Но со временем такая проблема появляется. Решение этой проблемы, ну, нужно покупать телефоны полностью металлические, но они уже стоят дороже. Поэтому как-то так. Не знаю, что происходит с полностью пластиковыми телефонами. У меня уже их давно не было, но вот сейчас такое наблюдается. Возможно, конечно, это именно проблема этого телефона. Это Honor 6X. Но я прям реально офигел. Когда я его купил, еще раз повторю, такого вообще не было. Было все идеально, как на этом телефоне. А сейчас он ходит ходуном. Вот такие, ребята, дела. Всем спасибо за просмотр и всем пока.